Выделение земельных участков, проведение газа и ремонт дорог – это основные проблемы в Мартукском районе. Об этом свидетельствуют обращения и вопросы, поступающие в адрес местной администрации. Съемочная группа нашего канала выехала в Мартукский район для выяснения обстоятельств проблемы. Прежде всего, немного информации о том, какие проекты в настоящее время реализуются в районе. Саража ресурсы спортивный комплекс стоимостью 246 миллионов тенге. Стоимость спортивного комплекса в Жайсане составляет 240 миллионов. А на спорткомплексы Каратуга и Родниковка выделено по 197 миллионов. Строительство нового клуба Каратуга завершится в декабре. Его стоимость составляет 106 миллионов тенге. Что касается дорог... Наша работа началась по шести направлениям. В этом году в селе Курмансай началась работа, также в селе Каратаусай. После этого от поселка Мартук до Байторасая проводятся работы по строительству дорог. Начали работу в этом году. Как уже говорил, завершение планируется в следующем году. Даже после их строительства дорожный вопрос останется на повестке дня, потому что 85 из 267 километров сельских дорог находятся в удовлетворительном состоянии. Это всего лишь 32%. 5% дорог областного значения хорошие. В удовлетворительном состоянии находятся только дороги регионального значения. Из 131 километра хорошее состояние находится 101 километр. Это 71%. Что касается земельного вопроса, то заявки, ожидающие земельные участки, планируется удовлетворить за 2 года. Один из самых важных вопросов – закрытие заявок по земельным участкам. На сегодня у нас на районе более 4000 наделов подготовлены. Если в прошлом году было дано более 1500 участков, то в этом году в селах Кумсай и Родниковка распределено 582. 2400 человек у нас в очереди, они из села Мартук. Далее за 2 года нам необходимо обеспечить всех жителей, которые стоят в очереди. Что касается воды и газоснабжения, надеемся, что решение мы найдем при поддержке республиканского бюджета. Отметим, уже газифицированные поселки Сарыжар, Саржансай, Кинцехара, Жайсан, Родниковка, Каратугай. В этих поселках проживает 83% населения района. Строится газопровод от Каратугая до Каралсая и Байтурасая. Это крупный проект стоимостью 1,5 миллиарда тенге. Шасан Жалбаков, Межана Манжолов, телеканал Актобе.